На календаре 26 июля. 26 июля 1880 года газета «Самарские губернские ведомости» сообщила о состоявшемся выпуске воспитанниц Николаевского сиротского дома. Лучшие из них получили награды из средств фонда, учрежденного императрицей, уточняло издание. Ровно 170 лет назад, 26 июля 1854 года, в Самаре был создан губернский статистический комитет, или статуправление, как его называют сегодня. Комитет занимался сбором сведений о количестве и качестве земель, регистрировал население, обрабатывал материалы о числе родившихся и умерших жителей. В общем, составлял подробные отчеты, так называемые описания Самарского края. Ежегодно 26 июля свой профессиональный праздник отмечают российские парашютисты, День парашютиста в России. Кроме того, в последнюю пятницу июля отмечается День системного администратора. В народном календаре сегодня день Архангела Гавриила. На Руси говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил, золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». В этот день наши предки обращали особое внимание на приметы. В частности, сухая погода обещала такую же осень. Этими другими интересными событиями и фактами вошло в историю 26 июля. Всего вам самого наилучшего!